Я полею за палочку, палочка лучший клуб. Меня зовут Виктор, детей моих Егор и Миша. Занимаются футболом. Болеем в Балтике. Я болею лично за Балтику с 2005 года, когда приехал в Калининградскую область с Белоруссии. Друзья позвали меня как-то на стадион Балтику поболеть за Балтику. Запомнился матч ЦСКА Балтика. Ну, тогда Балтика играла за кубок. И вот с тех пор я очень часто начал ходить на Балтику. Максим Кузьмин – это лучший игрок Балтики, по моему мнению. Он хорошо передает передачи. Кузьмин. Это передача. И удар! И гол! И мяч в сетке! Посмотрите, что за дебютанты! Сегодня у Балтики Калининград. В общем, он хороший игрок. Он забил классный гол в Самаре. Дал очень классную передачу в игре со Спартаком. Стандарт Балтики, 4 минуты добавлено, подача, и опасно, 2-1, Балтика забивает свой первый гол после возвращения в РПЛ. Поздравляем, спасибо. Желаем тебе побольше голов за Балтику и выйти на новый уровень. Успехов в дальнейшем работе. Что хочу пожелать нашей Балтике? Закрепиться в премьер-лиге. Завтрашний матч, чтобы они обязательно выиграли. Мы ждем победы. Вся Калининградская область, все болельщики Балтики.